До плюс 36 градусов. Это прогноз синоптиков на ближайшие дни. Похоже, жара отступать не собирается, и в такую погоду у каждого свой рецепт спасения от солнцепека. Прогулки в парке, купание в Днестре или можно просто пересидеть жару дома под кондиционером. Но есть еще один способ – гастрономический. Ведь ничто так не освежает, как порция холодной окрошки. А вот как ее приготовить и правильно подобрать продукты, расскажет наш корреспондент. Окрошка, холодный суп, национальное русское блюдо. Штука, в общем-то, нехитрая. Нарезать овощи и мясо, смешать с кефиром или квасом и готово. Но все решают, как известно, мелочи, а в нашем случае ингредиенты. У нас огурец для окрошки. А-то покажите, где он. Вот. А, вот. Прямо. Вот. Ага. А откуда эти огурцы? С Кицка, с огородом. Натуральные, свежие? Свежие. После огурцов за 9 рублей переходим к картошке. Тут вариаций может быть масса. От молодой и 40-дневной до сорта Ирга. Самое главное, чтобы получилось разваристой. В летний сезон рыночная цена картошки от 3 рублей. Ну а теперь можно идти за укропом. Ну вот это для соления укроп, а этот чтобы готовить. А в чем отличается? Ну укроп для соления, он растет вот так. А этот укроп вот такой. Один пучок обойдется вам в 2,5 рубля. В окрошку еще можно добавить зеленый лук и редиску. Однако первое любят не все, а для второго еще не сезон. Ну и главный вопрос в приготовлении этого летнего блюда – окрошка на квасе или все-таки на кефире? На кефире. Вкуснее. На кефире. А почему не на кефире? Ну, я больше к молочному. 3 в 1. Кефир, сыворотка, сметана. С очевидным перевесом победил кефир. Купить его можно почти в любом магазине. Цена от 6 рублей. Ну а дальше десяток яиц за 12,50 и самое главное – мясо. Здесь тоже есть варианты. Ну, вы знаете, у нас много и вареных колбас. Можно окрошку сделать из вот таких вот из ветчины. Ветчина куриная, очень вкусная получается. Ветчина ароматная, ассорти, там, то есть состав идет свинина. Есть свинина-говядина, есть курица. Курица-свинина, то есть много. Отличается разнообразием и цена. Общий диапазон от 50 до 80 рублей. А теперь подведем итоги. Огурцы, картошка, укроп, яйца, кефир и 300 граммов колбасы. В сумме около 60 рублей. Все остальное зависит от вас. Так что готовьте и приятного аппетита. Ирина Жекова, Виктор Бережный, Александр Чебан. Первый Приднестровский.